33 пожара произошло в октябре на территории городского округа, и в 27 случаях основной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Среди наиболее серьезных пожаров отмечаю возгорание в квартире многоквартирного жилого дома по проспекту Кирова, в результате которого погибла женщина 1939 года рождения. Предварительной причиной смерти стало отравление продуктами горения. Возгорание произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов. 19 октября по причине нарушения правил монтажа электрооборудования произошел пожар в частном доме по улице Ивановка, в результате которого сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона была спасена женщина 1979 года рождения и с острым отравлением угарного газа средней степени тяжести, термическими ожогами второй и третьей степени была госпитализирована в отделении реанимации городской больницы, а 21 октября пострадавшая переведена в ожоговый центр города Кемерово. В октябре на дорогах города произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмировано 13 человек. 3 октября в ЕДДС поступило сообщение от Главного управления МВД по Кемеровской области о том, что поступила информация о минировании школ на всей территории области. В Ленске-Кузнецком было обследовано 17 школ. Сообщение о минировании не подтвердилось. Также не подтвердилось сообщение о заложенном ртутном устройстве, которое пришло на электронную почту городской больницы и инфекционной больницы. В связи с понижением температуры воздуха у городских служб вызывает обеспокоенность аварийной ситуации в системе жизнеобеспечения. За отчетный период произошло 10 случаев отключения отопления и горячего водоснабжения и 7 случаев аварийного отключения электроэнергии. Ремонтно-восстановительные работы при нескольких аварийных ситуациях проводились 6 часов и более, что является недопустимым. Подводя итоги оперативного совещания, глава городского округа обратил внимание на готовность всех служб к уборке от снега улично-дорожной сети. Пока снега нет, но уже середина недели, по данным синоптиков, прогнозируются обильные снегопады. И в эти дни необходимо усилить работу по уборке дорог, межквартальных проездов и дворов от снежной массы. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск, ТВ.